Каждый год в мире пропадает без вести почти 2 миллиона человек. Большую часть из них не находят никогда. Земля имеет сеть с порталами, то есть входами и выходами. Кто стоит за таинственными исчезновениями людей? В процессе перехода из одного измерения в другое и ряда других технологий существует масса случаев, когда люди пропадали из нашего измерения. Самые шокирующие гипотезы. Новые серии. Сегодня в 18:00 на РЕН-ТВ.